Печальная статистика дорожно-транспортных происшествий в пятницу 27 мая пополнилась в Ульяновске на улице Брестская. По предварительной информации, 15-летний велосипедист внезапно выехал на проезжую часть. Водитель грузовика марки Hyundai попытался применить экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. Подросток скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Двигался на автомобиле марки Hyundai. На скорости 30 км в час, буквально повернул только. Мне в правую боковую дверь на скорости заехал велосипедист. То есть я пытался уйти влево, остановить автомобиль, но у велосипедиста была очень большая скорость. То есть он, получается, там на скорости ехал. Еще одно ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний парень, произошло в субботу на трассе Цивильск-Ульяновск-Богдашкино. По предварительным данным, 15-летний подросток во время движения выбрал небезопасную скорость, в результате чего потерял управление автомобилем. Водитель автомашины «Лифан», несовершеннолетний, находясь за рулем транспортного средства, не справился с управлением и совершил опрокинуть транспортное средство на проезжей части с последующим опрокинутым скулом. В результате дорожно-транспортного происшествия. Несовершеннолетний водитель и пассажир транспортного средства погибли на месте происшествия. Двое пассажиров госпитализированы в Большнагатинскую ЦРУ. По данным областного управления ГИБДД, за 5 месяцев 2016 года в регионе произошло 40 аварий, в которых 5 несовершеннолетних погибли. Еще 40 получили травмы различной степени тяжести. Не забывайте, что находясь на улице, дети тоже являются участниками дорожного движения, которые обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения Российской Федерации.